Если СНИЛС потерялся, можно получить дубликат, в том числе электронный. Работающему магаданцу нужно обратиться в отдел кадров о выдаче повторного страхового номера. Если человек не работает, он может подать заявление о восстановлении СНИЛС в МФЦ или клиентскую службу ПФР. Во втором случае дубликат страхового свидетельства выдается гражданину сразу. Также оформить документ можно дистанционно. В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда доступен сервис по получению электронного дубликата СНИЛС в формате PDF. Для получения дубликата необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись.